Мальчики и девочки, всем здравствуйте, здравствуйте. У нас сегодня ужин очень вкусный и полезный. Пюрешечка. Всем приятного аппетита. Кушайте вместе со мной. Ой, девки, пишите там про какую-то водку, про какую-то самогонку, про какую водку. Знаете, я вам расскажу, можно какую водку сделать. Короче, берете литр водки, килограмм мандарин, можете апельсин, чистите, добавляете все это, как сказать, в банку, но мандарины обязательно почистите, понимаете? И заливаете водкой. Вообще бомба. Тут у меня еще, короче, полтора пирожочка с колбасками. Колбаски вообще обалденные. Жаль, что последнюю купила. Так бы еще бы можно было. Всем бы еще раз приятного аппетита. Пирожки просто бомба. Вообще колбаски. Как говорится, на зиму худеем. Ну а как? Ну а если хотите, я могу познакомить вас с чуваком там. Он как раз жену любит, хочет себе жену новую. А вдруг вы не женаты? Ой, да там просто Андрюшка звонил. Говорит, еще Екатерина Сергеевна. Совсем оборзела, что ли? Я говорю, что такого опять? Андрюшка, любовь моя. Понимаете? Ой, пирожки. Пирожки, конечно, обалденные. Ну, как тут похудеешь, да? Не могу. А завтра мы собрались идти к Деду Морозу. Пойдете вместе с нами к Деду Морозу? Хотя вот эта паста вкусная. Обалденно, мне так нравится она. Надо еще купить пару. Пару штук. Надо вообще в светофор заехать. И посмотреть в светофоре, почем такие. Я вот знаю, вот раньше было в магните, да, маленькие такие были, маленькие, в магните. А сейчас что-то нету в магните. Вы, если девки надумаете, пишите. А сейчас мужичка. Я вам скину этот. Дислокация, да, она, по-моему, называется. Ну, где искать его? Что-то давно я его не видела. Блин, вот забыла, как его зовут. Антон, по-моему, Антон. А может, женок.
Я вообще сегодня звала Маринку сходить в магазин. Маринка говорит, не пойду. Ну, говорит, не пойдешь, не пойдешь. То есть мы бы взяли еще бы и Маринку в магазин. Я думаю, у Маринки бы случился инфаркт. Причем миокарда. У нас тут весело, ну поселок, и что вы хотите? Дружно живем, да. О, кто-то там писал. Ну, вы как всегда там всякую херню пишете. Знаете, человек пишет хороший комментарий, а вы заходите и гадите. Ну, а что это говорит? Потому что вы гады. Гадины. Я был в палате номер 6. То ли забыли отключить интернет, то ли шо. Такое бывает, да. Ой. Я бы вас на пирожки позвала, но не буду. А чем вас звать на пирожки? Так ведь? Для чего? Вы, кстати, что не посчитали? Это калории. Сколько я Ленка съела за прошлый... Ой, что это было? Завтрак, обед или ужин? Но ужин-то сейчас. Не надо печалиться, вся жизнь впереди. Намахни. Ишь, думаю, может, в лесок сходить, а девчонка, а? Хотя поздно. Уже поздно. Вдруг там маньяки бегают, да. У нас-то в лесу могут маньяки бегать. Как вы думаете? Мы же такие маньяки бегают. Потом хер отмахаешься красными труселями. Я думаю, повесить красные трусели или нет? Говорят, работает. Я подумала, у меня нет пока красных труселей. Думаю, почему я с ним не пошла? Антон. Его, по-моему, зовут Антон. Но я точно не помню. Как его зовут? Ну, в рынке память, знаете, проблема старенькая. Вот. Почему я не пошла к нему в гости? В Оренке не те парады, не те трусы были одеты. Да. Надо, если идти в гости, надо трусы хорошие одевать. Парадно-выходные. Мало ли что там, да, произойдет. Говорит, я говорит, такой бассейн, говорит, сделаю. Говорит, такую, говорит,
корыток поставлю. Я говорю, таких корытов еще не придумали, чтобы ставили. Вот. Вот так вот, девки, да. Корыто. Корыто сеньорито. Я говорю, купи мне шоколадку. Он говорит, у меня денег нету. Я говорю, вот говнюк, а еще в гости зовет. Как говорится, без пряников не заигрывают, да? Ой, ну Лариска, она вообще, она такую жалость над нами. Какую мы фигню несли. Вот кофеек я вечером пью. Маленькую порцию. Сейчас, девочки. Ой! Это еще один пирожок. С черносливом пирожок. Знаете, какие вкусные? Вот такой. О, смотрите, в разломе. Сейчас мы намажем шоколадом. Вот так вот. Ну, ты, Иринка, конечно, извращенка. Ну, что теперь делать? Еще какая? Знаете, как это вкусно. Да? Как говорится, зачем мужика кормить, если самой можно поесть дважды? Я думаю, это правильно. Очень много. Обалденно. Что думаете? А мы с Андрюшкой-то не сходимся. Потому что Иринке неохота кормить его, варить. Только ему меня кормили. У нас тут совсем другое. Как говорится, хочется еще погулять. Так ведь? И когда мы гуляемся, тогда можно подумать о другом. Так вот. О каком другом? О каком-нибудь другом? Короче, надо завязывать с пастой. То Иринка так много ест, что в последнее время, да, девочки, кто рано встает, тому Бог подает. Угу. А кто поздно встает, тому ничего не подает. Ну, как вот. Боже, как это вкусно, да. Ну, вам это не понять, потому что вы не едите. Люблю я повеселиться, особенно пожрать. А пожрать я люблю хорошо и вкусно. Вообще бы я, знаете, бы что, курицу гриль съел. Ну, курица гриль. Ну, во-первых, сейчас курицы дорогие стали. Золотые. Особенно яйца. Но бармен говорит, у меня, говорит, яйца есть, я говорю, два, которые это между нам болтаются. Он говорит, нет, куриные. Я говорю, бармен, побереги яйца свои. Они нынче очень дорогие. Он говорит, я говорю, знаю, вот и берегу.
Короче, у нас это. Местные новости выложили. Кстати, новая болезнь появилась. Там что-то УЗВИ, еще что-то. Короче, их три. Вот когда корона началась, да? В каком она году, не помню, началась. То ли в 22-м, по-моему, в 22-м или 21-м. По-моему, в 22-м. Болела короной. Ну, что вы пишете, у тебя корона? Конечно, у меня корона. Причем еще и золотая. Ну, девки, тогда. Столько денег. Причем таблетки-то от короны раньше были дорогие. Это сейчас фигня. Сейчас особо много-то и не выдают. Раньше-то все выдавали. А сейчас они оборзели. Но. Что, у нас сейчас идет январь, да? Как бы Новый год уже начался. А я в декабре приходила в больницу выписывать инсулин. Мне говорят, нет, приходи в январе, после 10-го. А мне в декабре дали только иголки и полоски. Думаю, ладно. Пришла 10-го. Я говорю, полоски-то выпишите. А говорит, мы в декабре тебе давали. Вы что, охерели, что ли? Вы мне до этого полгода полоски не давали. Приходила за свой счет покупать. Она говорит, а я что? Я откуда знаю, что вы? А вы знаете, у моего терапевта, мы заходим выписывать терапевту раз в месяц. И у моего терапевта сидит медсестра. Молоденькая такая. Такая сексуальненькая немножко. Блондинка. Такая говорит. Это полоски, где выписывают? Конечно, выписывают. Она взяла и выписала. Короче, не сказала врачу. Я говорю, правильно, что эту врачиху слушать? Я говорю, вообще оборзели. Инсулин дают через раз. Полоски вообще по полгода не дают. Хотя бы областной сказали. Каждый месяц по пачке должны давать. Ну вот. Ну так вот. Суки, да? Дали какая шоколадная. Шоколадно-ореховая. Вкусно. Вот так вот. Ой, девочки. Ну, короче, я наелась. Понимаете? Ну, конечно, столько сожрать, как ты не наешься. Ну, я вам в следующий раз покажу. Бармана. Я не алкаш, я говорю, найдется нормальная баба, не будет бухать. А что он живет один? У него дом. Газа, правда, нет. Он говорит, какой мне нахер газ, я бухаю. Так вдруг забуду выключить и все. Прощай, соседи. Так ведь? Так что лучше не надо. Ведь я, говорит, вообще, говорит, даже к плитке пьяной не подхожу. Молодец какой. То вот недавно-то дом загорел. Двухэтажный причем.
Ну, так никто и не знает, почему он сгорел. Да, мне кажется, хозяин напухался. А может, и не пухал. Ну, какой-то он не в адеквате был, когда его допрашивали. Ну, что вы писали? О, они пошли. А вы бы не пошли? Ну, что вам, не интересно, что ли? Ну, тоже побежали, чтобы с радостью. Тун-тун-тун-тун-тун-тун, бежим-бежим-бежим-бежим. Ой. Так что вот так вот. Не, ну, вот пожары не надо. Вот бармен говорит, вот так вот начался какой высокосный. Вообще. Вон, девочки. Так что, не надо печалиться, вся жизнь впереди. Ой, там что, уже днище? Ну, все, кончилось вообще. Шоколадно-ореховая. Только орехов не обнаружила. А раньше продавалась в магните маленькая такая маленькая пачка, ну там на один раз поесть. Ну что, тут масса 350 грамм. Нормально. Ну там может грамм 100-200. Не знаю. Вот что там. Ложка очень вкусная. Так что все. Я, короче, поела. Очень наелась. Пюрешка, кстати, вкусная. В Чижике покупала. Пюрешку брала в Чижике. Обалденная. Я пойду полежу. Ну, что-нибудь поделаю, да. Что-нибудь, а что поделать, не знаю. Ну, что вы предложите поделать? Ну, гулять не хочу идти, я уже погуляла. Да и поздно уже. А там вдруг серый волк из кустов выпрыгнет, и что делать? Да? Кстати, знаете, вот Маньку. Мы Маньку выносим, когда на улицу, да? Вот Маньку, когда на улицу выносим. Ну, так она у нас не идет. Мы ее берем на руки и выносим. Ну, чтобы она пописила, покакала. Она, кстати, так прыгает, спортсменка, как самолет летит. Пшу! Она же это... Всю тропинку угадила. Она еще, знаете, сугробы-то у нас вон какие. Она возьмет, сугробы насыпет, потом сядет, сделает свои дела и снова засыпет. Я говорю, Манька, мы тропинку чистим, чистим, а ты гадишь. Всю тропинку изгадила, да? Ну, песенки поет. Она накормленная. Вот смотри, какая она жирненькая. Он что-то около 6 килограмм весит. Упитанная вся в хозяйку, да? Так что вот так вот. Все, Мань, иди. Иди, спортсмен. На стол нельзя. Ты еще посуду не помыла. Вот посуду помоешь тогда. Ладно, шутка, посуду я помою. Все, я, короче, поела. Всем приятного просмотра, хорошего вечера и хорошего утра. Утро начинается, начинается. Да? Все, всем пока. Так, шуть. Чао, бамино, сеньорито. Пока-пока.